Во дворце творчества детей и молодежи открылась школа молодогвардейца. Молодых, активных, нестандартно мыслящих, умных, креативных, уверенных в себе ребят приглашают вступить в ряды молодой гвардии, чтобы активно отстаивать свою жизненную позицию и держать руку на пульсе жизни общества. Мы эту школу задумали для того, чтобы ребята, которые вступают в молодую гвардию, были более подготовлены. Мы хотим в своих рядах видеть профессиональных уже молодых людей, которые понимают свою цель в организации, которые видят четко свое будущее. И проект «Школа молодогвардейца» позволит всем участникам это видение найти. Ребятам рассказали о целях и задачах проекта, а позже для всех участников прошел интеллектуальный квест на командообразование «Выжить вопреки всему». Ребята смогли продемонстрировать свои умственные способности, а также выбрать для себя дальнейшую карьеру. Рамиль Мирзаев, к примеру, с детства мечтает стать политиком, поэтому такая школа жизни для него важна. Молодую гвардию я вступаю, прежде всего для личностного развития, потому что ульяновская команда молодой гвардии предоставляет самые необходимые условия для молодежи, для их развития, для личностного роста. Ну и прежде всего это поддержка. Поддержка нашей большой и дружной команды. Обучение молодежи продлится месяц. Два раза в неделю будут проводиться встречи со спикерами, где они раскроют самые актуальные темы о саморазвитии, карьерном росте, поделятся своим жизненным опытом с молодым подрастающим поколением. Ребята, которые сегодня собрались здесь под эгидой молодой гвардии, с приглашением нас, более старшего поколения, они очень активны. Они с задатками общественных лидеров. У них есть желание не только быть интерактивными и работать через различные социальные группы, в интернете, но у них есть желание помогать людям. По итогам обучения около сотни человек получат заветный билет в будущее и станут активными участниками жизни ульяновской и всей российской общественности. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.